До выборов губернатора Подмосковья осталось всего 2 недели. Агитация набирает обороты. Кандидаты на этот пост участвуют в различных дебатах. В Реутове уже начали персонально оповещать о грядущем событии. 8 сентября будут выборы. Вот, пожалуйста, вам приглашение. Каждому информацию с каждого голоса. Это в идеале. Какой будет явка, представители участковых комиссий не загадывают. Их дело каждому сообщить о грядущем событии. Кстати, есть люди, встречаются грамотные, говорят, а вы просто приглашаете? Я говорю, да, мы просто приглашаем, мы не агитируем. Приглашение – это календарь с информацией о выборах и карточка с контактами комиссии. Место размещения, время приема, правила подачи заявления о голосовании на дому. Желательно, чтобы информация дошла до каждого. Это у нас второй большой дом, сейчас третий. Ну, пока приглашение нам нужно. Это первое приглашение мы разносим, чтобы люди знали. А вторые уже после 29 числа, уже ближе к дню голосования. Тогда пригласительные принесут в каждую квартиру. Если жильцы, представители избиркома в лицо не знают, то лучше спросить документы. У них при себе должны быть удостоверения и паспорта. Пока даже наличие документов не является гарантией выполнения работы. В подъезды просто не попасть. Если нет кода, то пытаемся набрать номер квартиры. А это уже большая удача. На встречу выходит избиратель. Можно и о выборах сообщить, и познакомиться, и в подъезд войти. Я знала, что осенью будут выборы. Конкретно никогда не знала. Большинство реутовчан дату выборов знают. На этом участке другая проблема. Голосовать будут не там, где обычно. В культурно-досуговом центре разместятся 2 комиссии. Всего в городе появится 5 новых мест для голосования. Скоро у каждого подъезда будут еще и плакаты. Юлия Абдуллаева, Денис Ватаву для РТВ.